Левонтир Петросян за свою политическую карьеру дважды показал прекрасные примеры бегства, но премьер-министр Армении не собирается никуда уезжать. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал глава правительства Армении Никол Пашинян в субботу на встрече с жителями Арагоцотской области, комментируя заявление первого президента Армении Левонтир Петросяна. Ранее экс-президент Армении Левонтир Петросян заявил, что единственный выход из внутриполитического кризиса – немедленная и добровольная отставка премьер-министра Никола Пашиняна. По его мнению, Пашиняну нужно предоставить гарантию неприкосновенности с тем, чтобы тот нашел временное пристанище за границей. Левонтир Петросян говорит: «Организуйте, пусть премьер-министр уедет из страны». Левонтир Петросян за свою славную карьеру дважды показал очень хороший пример побега. «Разве я похож на человека, который может сбежать? Если народ решит, что меня надо расстрелять, я послушно встану у стены. Пусть никто не думает, что я сбегу от принятого народом решения», – отметил премьер. По словам Пашиняна, армянскому народу предстоит продолжать жить в этом регионе. Но главное препятствие для этого с точки зрения главы правительства заключается в том, что нас воспринимают в качестве врага, и мы воспринимаем других в качестве врагов. Насколько мы воспринимаем других в качестве врагов, настолько же и нас воспринимают в качестве врагов. И очень сложно найти ту исходную точку, с которой начался этот процесс, подчеркнул Пашинян.